Сегодня 23 июля 2021 года. Просто включил камеру на прогулке вдоль берега, по берегу, чтобы отметить число. И заодно сказать про странное. Тот Сорокин мне написал на днях, что я знаю про 36-ю гексаграмму и дзы на поражение света. Я как-то ничего особенного не мог сказать, вспомнить. А потом уже, позавчера, что ли, а может быть даже и вчера, вспомнил, что когда мне было 36 лет, в 1986 году, то я как раз испытал эту гексаграмму, а мы делали акцию такси в январе 86 года напротив Хованского входа в ДНХ, в аллее, в проезде между академиком Королёва и первой Останкинской улицей. Вечером с фонариками. И тоже как раз была спекуляция на Эдзине. А я совершенно тогда в интерпретациях, в комментариях не обращал внимания, что мне было как раз 36 лет. А 36-я гексаграмма – это поражение света. И именно там у меня было психоделическое такое приключение, переживание мощное с малиновым светом, апокалипсическим. Вокруг ящика музыки «Согласие» на снегу, которая стояла, и по которому шла опера Берлиоза Бенедикта Беатриче. Но дальше это развернулось. Это гексаграмма поражения света. Буквально через несколько, может быть, дней, а может быть и на следующий день, когда вместо световой среды, именно световых созерцаний, вдруг пошел как бы черные хлопья, черный снег в моем ментальном поле созерцательном. То есть как бы вот это вот созерцание света, совершилось, но для меня не само по себе, естественно. Сама она продолжается вечно, всегда, но именно такими черными хлопьями, как черный снег пошел в моем поле созерцать. И теперь я это совершенно четко понимаю, что это была натурализация этой 36-й гексаграммы «Поражение света». Очень наглядно, сильно. А в своей статье «Эстетика и магия», где я это описываю, эту малиновую вспышку музыки «Согласия», и потом вот это вот черные хлопья, в который превратился свет, я совершенно не обращаю внимания, не связываю это с своим возрастом 36 лет. Там это довольно странно, хотя это настолько очевидно, что такая рифмовка произошла, такой синхрон возраста с этой гексаграммой. Более странно еще то, что на этой акции такси, где была эта малиновая вспышка апокалипсическая, то там речь шла как раз об исследовании. Так же, как и в акции «Ворот» перед этим. То есть у нас было две акции, где мы исследовали Эдзин, как бы строили поле Эдзина ментальное и смотрели, что там будет происходить в этом поле. А оказывается, и можно было не строить, а
мертвый и так по возрасту, по своему 36-летию. Там все произошло само по себе. Это поражение света. Это довольно странно. В общем, это совершенно не важно. Не важно. Так, потому что не о чем, собственно, говорить. Сегодня целый день плохо себя чувствую. Видимо, сосудистое что-то. Дистония какая-то по всему телу. Сжатие. Ездили в Венестон, в музей. Ничего особенного. Там экспозиция музея немного поменялась. Не выиграла ничуть. А вот что еще я хотел там написать. Записать на видео в зале, где стоят два дивана Кабакова. Остался один там диван, только в большом самом зале. Что... Ну, это все из-за плохого самочувствия. Что, например, в начале 2000-х было гораздо лучше, чем сейчас, в 2020-х. А в 90-е годы было еще лучше, чем в начале 2000-х. А в 80-е годы было еще лучше, чем в 90-е. Также и в 70-е, в 60-е. А уж когда было ребенком в 50-е, это вообще было почти прекрасно. Если исключить болезни различные. Ну и, конечно, самое хорошее, это было в 48-м году. Когда я еще не был не только рожден, но и зачат. 48-й год – это вот и есть год настоящего подлинного рая, когда меня не было, и это было для моего «я» отсутствующего, несуществующего, самое правильное состояние – не быть. Вот в буддизме и считается, что я – это иллюзия, что на самом деле его и нет. Но вот так вот, в такой проводке, через годы жизни, через десятилетия, сейчас плохого к улучшению молодости и детства еще совсем вроде хорошие. Когда тело прекрасно тебя слушается, ты его не чувствуешь. Гибкость, эластичность, быстрота,
залезание на деревья, прыжки, бег и так далее. Но и все равно там уже начинается путь болезней, страданий уже в детстве. Хотя, конечно, несравнимо с тем, что сейчас. Просто как на небесах. Детство – это как будто ты на небесах находишься. Но настоящие небеса – это именно незачатость, отсутствие твоего «я». Для меня это 48-й год.